Свое производство преступная группа организовала на территории одного из складов. Двоих участников теневого бизнеса задержали оперативники. У них изъяли более 560 килограммов морских деликатесов на сумму около 5 миллионов рублей. Теперь незадачливым дельцам придется возмещать ущерб государству. В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если уголовное дело все-таки возбудят, злоумышленникам может грозить от 2 до 5 лет тюрьмы.